Всем привет, друзья! И, как вы видите, мы держим вкусняшку пока, бумагу. Буклет. Да, буклет. Мы хотим заказать сегодня в этом ресторанчике папайи, луизианская кухня. Мы там еще ни разу не заказывали. Американский да. стиль. У нас есть купон. Нам подарили на $100. Так, и сейчас мы смотрим быстренько на телефоне, что мы хотим заказать. Значит, у нас выбор. Здесь только курица, креветки и, в принципе, все. Так, друзья, мы быстренько пролистаем, что нам там надо. Значит, Буся заказала вот такую штуку. Там Буся? Да. Ну, она курица, булочка вместо она картошки. Она наггетсы будет чистые, без косточек. Типа вот эти? Да. Точно? Точно, она то не будет. Ну хорошо, значит, делаем. Two selections required. 9 кусочков? Да. То есть здесь можно выбрать соус. Я думаю, выберем ей ранч. Да? Один. Так, и... И... А может, вот, так мастер? Это не комбо, нет. Здесь нам... Она же хотела комбо. Ну, то есть, да. Ну, здесь я воду не закажу, здесь просто закажу это. Поэтому мы заказываем чикен комбо из вот таких вот тендер комбо, наггет комбо, вот, 6 pieces. Ой, картошка. Да, вместо картошки мы закажем, значит, мы заказываем ранч соус, потом мы заказываем путин, это дополнительная цена, угу. И заказываем... Типа спрайт, наверное, да? Ну, да. Все, это $14, получается, мы добавляем в корзину. Так, дальше мы хотим взять еще... Винс будем брать? Ну, как да. ты думаешь? Или попкорн шрим? Ну, попкорн шрим по-любому. Да. Ну, давай крылышки, да. Или комбо? Попкорн-шрим комбо или попкорн? Нет, не надо комбо. Давай попкорн-шрим. Давай возьмем соус. Вот это что-то, каджун коктейль. Давай попробуем, да. Какой-то ихний. Так, все, это одер. Это дальше. Совсем новая кухня для нас. Ну? Интересно. Что-то и похоже с KFC, да? Да, похоже с KFC. Предлагаю взять 2 спайси чикен сэндвича. Да, я хочу тоже спайси. Или делюкс. Да что у нас делюкс? Я не знаю. То есть, чем он отличается от простого? Давай делюкс возьмем. Спайси чикен сэндвич делюкс. Да? Посмотрим, что там. No pickles, no spicy. Ага, можно и пиклс добавить. Я не хочу. Не? Спайси мейо. No lettuce, quantity 1. Quantity 2. Add to order. Упс. И что? А, choose up to 1. А. Ты же 2. Да. Нет, ты, смотри, ты заказал спайси майонез, да? Угу. Для одного бургера. Ну, походу, если ты 2 заказываешь, надо 2. Или нет? Ты побирай тогда их, зиро поставь. Посмотрим. О, видишь? Все, итак, друзья, наш ордер получается заказ на $38. Да? Угу. Вода у нас дома, в принципе, есть. У нас будет креветки, 2 бургера и комбо. Для, ты паутин хотел. Для малой. А мама малой. Или хочешь ну, один? Хорошо. Давай один. Ты еще. Хочешь, скорее всего. Конечно, я хочу. Ну и все. Ты тоже, мы тебе заказали, да. А тут, смотри, отдельно, если брать, $7. Угу. А если в комбо, $3. Угу. Поэтому мы попробуем у малой. Она все равно все не съест. Угу. Вот все. И мы заказываем. Да? Ну.
Так, друзья, пришел наш заказ. Ждали мы 20 минут. Заплатили мы $45, $5 за delivery. Вот такой вот пакет большой. Большой, да. Ну. Так, что у нас здесь есть? Давайте посмотрим. Первое я достал, это сэндвичи. Мы заказывали сэндвичи. Так, вот такое получается, да? Смотри, большой, в принципе. Два. Вкусные. Да. Да? Два. Вот. Так, это тут два сэндвича. Два? Ну, мы же два заказываем. Ага. Один и второй, это 13. Первый раз видим такую упаковку, да? Кстати. Так, да, воду малой. Ранч. Так, здесь у нас идут два соуса. Ранч, это и каджун коктейл. Каджун коктейл, это походу к креветкам. Ага, точно. Креветули. Пахнет уже так. Ой, ты, что-то так. Маленькие, да. А на картинке такое, подожди, где? А где картинка? А на холодильнике. Ну да. Смотрим, друзья, похоже на картинке и вот здесь. Вот этот соус каджун идет к креветкам. Так, это ложка, а, вилка типа. Так, следующее у нас, это национальное блюдо потин. Национальное канадское блюдо, о. Смотри, тут сыром еще каким-то соусом полито. То есть это Буся заказала, но мы все попробуем, что она собирается. И у Ляни мы еще заказали вот такой вот комбо. Боже, даже наггетсы маленькие. Типа бисквит, наггетсы, твой это соус. Это в каждом миле идет такой, да, хлебчик их. В каждом комбо. Твой соус ранч. И вместо картошки мы заказали путин вот такой вот. Вот, поэтому, ну все, мы можем все попробовать. В принципе, я попробую первые креветки. А что, одна только спрайт только? Одна бутылочка? А я комбо не заказал, отдельно заказал сэндвичи. Короче, на $40 это мало. Ну, это не стоит того. Давайте посмотрим. Мы просто комбо заказывали, тебе попробуем. Посмотрим, вкусно ли это все. Так, у тебя ранч? Давай. А я попробую креветку каджун сейчас. Так подожди, не спешите. Смотри, так намокаем, да. Палец еще. Да. М-м-м. Подожди, Ульян, подожди, пожалуйста. Ледан, специально к морепродуктам он идет. Это майонез! Там как или хрен, или что-то такое, состав. И они остренькие. Да. Прикольные. Угу. А у тебя что там? Майонез? Майонез. Ну, это ранч. Ну, как бы, это другой мясо, соус. Мясо, да? Вот это остренький, кстати. Угу. С креветками они вообще классно заходят. Угу. Я вот попробую вот эту вот штучку. Так, я пробую путин. А ну. Короче, там картошка фри. Ну, типа, да. Под... Греви. Да. И сыр сверху. Греви, да. Я так вот не помню, или индюшачий идет, да. Жир, да. Для греви. И они делают его таким густым, или с мукой, или что-то, угу, такое. Но здесь еще могут добавить карри. Ну, разные рестораны по-своему готовят немного, да. Здесь у них, типа, еще свое там. В принципе, классно, ты знаешь. Я да, покажу. Понравилось? Много сыра. Да, сыра много. Можно мне попробовать? Попробуй. Так, спрайт закрой, пожалуйста. Ну, что? Что? Вкусно? Вкусно. Так, я попробую вот эту что такое. Наггетсы. Я уже не помню, что такое. Наггетсы. Ага, сырка грызок. Ладно. Тут всего их, смотри, раз, два, шесть кусочков. Ладно. То есть это соус ранч. Баттермилк ранч. Ну. Сама штука суховата. Да, не сочно. Ну, значит, так... заказывать больше не будем там. Она еще тяжело живется. Да, сухая. Я думала, она будет такая зажаренная. Больше. Наше первое знакомство нам не понравилось. KFC лучше.
Да, наверное. Мы же KFC вместе не пробовали. Не, мы, ну, вместе с вами мы не пробовали, да. А так мы пробовали. Ульяна пробовала вот этот хлебчик. Бисквит. Вкусный. Они, написано в меню бисквит. Угу, бисквит. Ульяна, вкусно, я тебя спрашиваю? Хлеб. Вкусно или нет? Давай я попробую. А ну, да. Я попробую. Чуть-чуть. А, плотненький. Угу. Пахнет как... Пушистый? Пушистый. Что нет, я... Нет, он плотный. Угу. Просто хлеб. Как мои оладьи? Нет. Ну, то есть вот это поджаренное? Угу. Ну, в принципе, простой хлеб. Угу. Так, что у нас там? Так, аппетитно. Слышите, приятного аппетита вам. Ну. Я еще креветки попробую. Попробую с этим соусом. Я пробую креветки с соусом. Давай, креветки ты любишь? Давай, попробуем. Я, кстати, не успел креветку распробовать, я что-то съел, да? А там у один... маленькая она просто была, да? А ну. Покажи внутри. Ну, соус это прикольно. Ого, тесто сколько, смотри. Ты говорю, Оль, там креветки. Немного. Но... Да, ладно, давайте... Это новенький ресторанчик в нашем городе. Давайте, ребята, ну, вот это вообще там. Жир. Так, ну, смотри, вкусные. У нас есть... Вкусные, понравились? Вкусные? Супер. Вообще. Ну, вообще бомба, да? Так, смотри, хоть у нас что-то. Тут салат, помидоры, соус и большой кусок курицы. Ага, я снизу. Большой кусок курицы. Ага, супер. Теперь... В общем, салат, помидор, соус и большой кусок курицы. Ну, а теперь курицы. Попробовать это все как-то отпустить. Она такая булочка тонкая. И на картинке, да. Я думала, она такая хрустящая будет, пышная. Не. Ну, посмотри, что. Я тоже ну, думала. Главное, что мясо есть. Главное, да, большой кусок мяса. Теперь его как-то... Есть. А вот это сочненький. Видишь, он даже такой жиденький. Да, да. Это хорошо. Вот это вкусно. И соус мы взяли острый. Сколько бургер? $7, да? $8, да. 7,99. Да, то есть сравнить вот это комбо и вот этот бургер. Ну да, одна вот цена это. Была, да? Нет. Ну тогда вышло $12. Вот это 12, да. Ульянин, это вообще не стоит того. Ну вот это, правда, $4. Вот это 4 доллара? Вот это хорош, хорошая ну, там цена. Ну 3,50. Да, креветки. Боже, креветки, это вообще капец. Ну что это такое? Ну да, реально. Ладно. Мне вообще супер. А ты что ешь? А, курицу? Да. Приятного аппетита вам, ребята. Вы так аппетитно кушаете. Покажи еще. Так, а, там еще спайси должен быть. Спайси соус, да. Ага, и действительно спайси? Супер. Это... И сильный классный остренький. Огурчики, я смотрю, маринованные, огурчики, да? Да, салат. Угу. Понравился бургер такой? Да вообще, не, он классный, с курицей. Мы не часто едим. Салфетки не положили нам, салфетки, да? Да? Это кстати, первый этот? А посмотри, какие. Нет. Нету? Пусто. Ну, чего себе. Здесь они немножко на салфетке. Жадные в Канаде. Ну, не жадные, но мне не потому что у них не принято так. Может, они просто в кран мыть руки? Да, да. Может, они такие сразу, они все равно будут руки. Да не, они бывают на такой пакет. Дают две салфетки маленькие. Да. Вообще. А вот я хочу сейчас... Не выпить? Вместе. Что так ты хочешь сейчас? Я быстренько... А можно я попробую креветку тогда? Да, они такие вкусные. И с острым кетчупом они такие прям вау. Да. С острым кетчупом лучше. Попробую, пользуясь случаем. У нас, правда, не сухое белое вино. У нас шампанское. Это еще со свадьбы у нас. Пользуясь случаем, нам говорили с сухим, с белым вином, не сухим, не помню, а вот подписчица нас похвалила, что с вином сыр винтаж заходит на ура. И мы сейчас это попробуем. Короче, пошла взрослая тема. Ну, у нас же взрослый канал. Семейный. Классно.
Ну, сочетание, да, вот сыра этого винтажного. Угу. Хотя это шампанское, ну, я думаю... Похожий вкус должен быть. В принципе. Быть. Да, сочетание. Расслабиться вечерком. Ну, после сэндвичей таких сочных. Вообще вкусное. Ну? Это вкусное, только там мало ложек. Что вкусное? Это все вкусное, только побольше надо этих ложить. Побольше, да? Да, как-то маловато. Ну, ну айс, да. Поп-айс. А это тот же самый бургер? Да, тот же самый сэндвич. Нам просто поп-айс, поп-айс. Поп-айс. Айс. Не что поняла. Айс маленький, это? Не, не поняла я. Маленькие, как глаза. Ага. Походу. Вот, ну, все. Вроде мы все показали. Все. Показали. А где третий соус? А два соуса. Чем тебе третий соус? Один был к креветкам, другой был к наггетам. Ты что, спешишь куда-то? Осторожно. Ну. Все. Вроде все показали, все заказали, все попробовали. Сейчас будем доедать все. Сейчас будем кушать, да. Перед просмотром семейного фильма. Да. Family movie у нас. Да. Так что все. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Всем пока-пока. Всем пока-пока. И на этом моменте мы все скажем все пока-пока. Пока-пока. Пока, ребята.